Воу-воу-воу-воу-воу! Что происходит? То есть и ни еды не собрать, и вообще ничего, может разбегу отсюда. Оу! Что? Ну конечно же, водопад! Замечательно! Еда моя, еда. Давай скорее всплывай. Вот, оба! Как нас быстро-то тащит куда-то. Но мы в итоге же куда-то приплывем. О, еще водопад! Хлобысь! Еда! Еда! Но мы вообще не можем пошевелиться. Ни вперед, ни назад, ни подпрыгнуть, ни утонуть, короче. Наши жиры нам не дают. Давай. Жиробасенка. Но мне кажется, плот уже окончательно уплыл. Так, погнали быстрее. Ты че упал-то? Привет, ребята, с вами Моби Ким, продолжаем проходить игрушку Сума Мэн. Итак, мы спрыгнули в прошлый раз вот в это сено, которое стоит на телеге, и как-то мы не разбились. Давайте соберем эту немку. Да, скушали. Так, с этой стороны у нас что, тупик что ли? Я не знаю. Наверное, да. Всплывай давай, чувак. Сейчас задохнешься там, бедный. Ладно, короче, с этой стороны у нас тупик полнейший, погнали, значит, налево. Блин, как живописненько-то, елки-палки, никаких темных лесов. Оу-оу-оу-оу-оу! Что происходит? И что, мы теперь будем плыть, что ли? Эй, плот, подожди меня! О, еда, еда, ням! Есть, круто, собрали. Оп, еще еда! Мне надо как-то запрыгнуть на этот мостик, собрать сушину. Так, и назад! Блин, и назад! И назад! Что такое? Ладно, давай, отсюда начнем. Оп! Оп! Да, и на плот, скорее! Да, успел. Оу! Оу-оу! Я не успею же! Мне же не... Успел, смотри! Опа! Ням! И все. Какая-то жесть вообще! Как-то проходить! Ладно, давай, оп! Так, оп! Ну я ж перепрыгнул! Поплыли на пузе, нет? Все равно пузо переворачивается. Да что ты будешь... Мне надо на нее как-то запрыгнуть, что ли? Потому что просто ее перепрыгнуть не получается. Мне нужно... Эй! Так, оп! Давай, запрыгивай! Да блин, как бы мне съесть все и запрыгнуть, и пройти? Что-то не получается у меня как-то. Так, как бы не пришлось начать сначала, блин. Может мне сушину не собирать? Может, ну я нафиг эту сушину тогда? Короче, мне надо... Да что? О-о-о-о-о! Давай, 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 вставай на ноги! Держись за палку! Давай! Вот так и поплыли. Правда, почему-то плот плывет, а мы на месте остались. Да что ж ты будешь... Короче! Короче, ребят, мне кажется, нужно с самого начала начинать, да? Вот мы перепрыгиваем, мы слишком поздно прыгаем. Да, то есть мне нужно как-то сделать так. Вот, уже поздняк, все. Я никуда не плыву, никуда не иду. Вот отсюда давай, оп. Давай, и еще разок. Почти, 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 почти. Все, поезд ушел, мы опять уплыли, наш плот, точнее. Оп-оп-оп, ну как бы да. Мне нужно эту палку запрыгнуть, ну как-то сделать, надо как-то рассчитать расстояние. Блин, толстяк наш вообще неуправляемый какой-то. О, перепрыгнули, но при этом утонули. Сейчас давай попробуем почетырить. Возможно, получится у меня удержаться на плоту. Нет, что-то он у нас куда-то вперед проваливается, короче, и все, плывет. Или тонет. О, почти, почти, почти. Мне осталось приземлиться на ноги. Да, крутяк. Наконец-то я это прошел. А здесь у нас тоже челлендж еще тот. Короче, нужно подождать, пока у нас плот проплывет. Да, я перепрыгну через этот мостик. Давай, наверное, вот здесь. О, все, нормуль, нормуль, нормуль. Еда! И опять я улетаю в небеса куда-то, в никуда. Сушина, дайте я соберу, я хочу сушину. Я хочу новую тряпочку. Новую тряпочку хочу, окей. Оу, оу, а здесь слишком маленькое расстояние, я в принципе не смогу. То есть мне нужно сначала запрыгнуть на одну, наверное, а потом с нее запрыгнуть на другую. По-другому никак. Тут мы застряли, короче. Прям конкретно. Нужно выбрать расстояние какое-то конкретное. Давай отсюда, оп. Да блин, я перепрыгиваю. Мне... О! Сразу две!
Крутяк. Так, 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 давай, давай, чувак. Оп. Да блин. Он у нас будет падать постоянно. Ну, ну уже, ну уже. Ладно. Так, давай подальше. Оп. А, я-то думал, вот на эту сейчас запрыгнем, потом на следующую и так дальше. Ну, что-то как-то... Оказывается, можно перепрыгнуть все две сразу. Почему нельзя из воды выбраться на плот, а? Что так? Оу, держись, держись, держись. Вот это, да? Вот этот крутяк. И опять я вперед паровоза как бы прыгаю. Не, а все, здесь мы уже как бы плот плывет, я уже ничего не смогу. Я зацеплюсь по-любому ногами, коленками, пузом, тряпочкой, чем... Нет, смотри. Так, еда, еда. Еда, 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 еда. Вот отсюда я уже не смогу. Вот отсюда я уже вряд ли. Может, ну и нафиг эту еду, а? Но я хочу. Я ж голодный. Я ж голодный толстяк. Как я без еды-то? Ням? Так. Оп, 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 оп. А, жесть, ребятки. Ух, что такое-то? Еда же, ну! Есть, схавали. Так, теперь давай попробуем. Да я не получаю, у меня не получается быстро развернуться для того, чтобы прыгнуть в ту сторону. Ладно, фиг с тобой, сушено, короче. Я обойдусь как-нибудь без тебя! Да что? Начинается. Начинается. Оп. Так, и теперь... Запнулся. Запинается вообще абсолютно всем. Коленками, блин. Пальцами на ногах, не знаю. Оп. Плот, давай плыви. А я еду заберу пока. Да. Заточили? Да, по-моему, схавали. Оп. Оп. Да-да-да-да-да-да-да-да. Теперь отсюда как-то надо. Ну. Почти. Почти. О, все, крутяк. Еда! Ням-ням. Чекпоинт! Аллилуйя! Мы доплыли до чекпоинта. Это первый чекпоинт на этом уровне. Так, тут у нас две коробки. Ну, давай, с разгончиком. Опа! Так, теперь коробки надо как-то толкнуть. Коробки, толкайтесь! Блин, тяжелые какие. Блин, они даже так не двигаются. Все, наш плот, походу, уплыл совсем. А, наверное, поверху надо. Блин, а я отпрыгаю. Там реально наверху сушено у нас. Но плот уже прям очень далеко. Я как бы, эх, я и сушину не собрал. И плота нету, и все, короче. Печаль. Ну, у нас, в принципе, чекпоинт недалеко. Поэтому особо не расстраиваемся. Ладно, давай, короче, разбиваем эту штуку. Вытаскиваем туда коробочку и поверху. Быстрее, быстрее. Да что ж ты, толстяк, вытаскивай коробку. Оп, оп. Эх, сушено нет. Прости меня! Ладно, проходим так. Хотя бы мы успели на плот, это ладно. Толстяк на плоту, это просто пипец. Так, а здесь что у нас? О, в смысле? Коробки, смотри, они мешаются. Ага. И что нам с ними делать? Видимо, надо подпрыгнуть хорошенько, чтобы коробка у нас вверх подлетела. Опа! Да, все, плот поплыл. Так, погнали к следующей коробке. Так, коробочка. Что ты тут стала? Что ты тут мешаешься? Да что такое? Видимо, что я, далеко что ли от коробки? Давай! Есть, все, плот поплыл. Ладно, ждем его с этой стороны. Ну это жесть какая-то. Это жесть. Что нас ждет дальше? Давай чекпоинт какой-нибудь, нет? О, еще коробка. Так, ну эта коробка у нас разбиваемая. Там у нас, скорее всего, сушеные. Внутри роллы. Так, давай. Опа! Одна! Эй! Ух, куда, блин? Я ее не собрал. А как я должен это сделать, чуваки? Мне по-другому-то... Ну, не знаю. Давай попробуем также на плот закинуть. Если только так получится, то это круто. Но она не хочет что-то подлетать. Она слишком легкая. Давай на плот! Оу! На плот. Как бы я хотел и то, и это. Дай сюда. Не думаю. Блин, что делать-то? Что делать? Ну, она вот так вот только ломается, и всем падаем в воду. То есть и ни еды не собрать, и вообще ничего. Может, разбегу отсюда. Оу. Что за курбитый, блин. Так, толстяк, ну-ка поближе. Да ёлки-палки. Я думал, что просто усилится же у нас. Обычно усиливается эффект, когда мы издалека колбасим. Ну-ка давай отсюда. Да он опять переворачивает. Только изблизи, что ли, можно эту коробку разломать.
Так, а что у нас там? Не знаю, может сверху? Может отсюда? Так, ну-ка давай. Опа. Не-а. Не-а. Не канает. Так, может ее отсюда закинуть на плот? А вот, смотри, да, смотри, залезла. Так, быстрее, быстрее, быстрее. Так, сушена, сушена, иди ко мне. Ай, да будто тоже недосушены. О, все, я ее съел, конечно, но запрыгнуть у меня не получится уже на этот мостик. Придется плыть под мостиком. Короче, я слишком долго возился, возился. Давай отсюда, скорее, давай, скорее, мужик, давай, скорее, давай, 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 оба. Еда, хватай, хватай. Я не успеваю подпрыгнуть, просто меня сносит и все. Да что? Я хочу ее съесть, вы что такие? Пустите меня к моей сушенке-роленке. Эй, не в ту сторону, мужик. Так, да что, что будешь делать-то? Разворачивайся, окей. Васа, бабах. Давай, 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 время есть, время есть. Да, я это сделал, я собрал этот ролл. Фух, так, 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 опять перелет. Ага, у нас там снизу доски, их нужно сразу разбить. Так, 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 так. Эй, все, я не успеваю. Я уже не успеваю. Я, блин, уже не успеваю. Может, мы как-нибудь... Ау. Надо, короче, на плот приземлиться. Давай, давай. Ну, да елки-палки. Так, 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 оп. Ага, опять перепрыгиваешь. Что ж ты будешь делать-то? А так я не допрыгиваю. Оп. Опять перелет. Да что ж ты соскальзываешь-то? Че, у тебя ноги что ли мокрые? Скользкие. Че за фигня-то? Почему он соскальзывает? По инерции, видимо, летит. О, все, давай. Может, мы отсюда эти доски расшибем? Нет! Ладно, значит, нам нужно поймать плот. Окей. Давай, оп. Да ёлки-палки. Так, сейчас недолет. То перелет, то недолет. Жесть. О, 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 давай, 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 быстрее, 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 мужик, да. О, еще что ли? Давай, 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 на. Есть, и чекпоинт, очередной чекпоинт, крутяк. Ну что, плывем, куда плывем? Но реально, здесь уже места такие живописные. Ой, коробку-то я скинул. Я не знаю, может она мне на плоту нужна была? Эх, сушена, ну ладно, все, фиг с тобой. Так, а мне не наверх ли случайно надо было-то, а? Надеюсь, у меня сейчас хватит времени до того, как мы скинули коробку. Эй! Пришлось опять начать с чекпоинта. Слишком далеко уплыл, короче, вернуться не получилось. Да что ты своим пузом? Короче, все. Возвращаемся. Надо с конца прыгать. Оп, чтоб там уже на плот он упал. Да, крутяк. Так, давай теперь сушену соберем. Сушену соберем, соберем, соберем. Так, на коробку запрыгивай, чувак. Блин, ты долго думал. Оп, и на коробку. Да что ж такое? И на коробку. А, блин. И на коробку, говорю. Есть. Ням. Только не падай. Почему плот уплывает без нас, блин? Что за наза? Еда! Да. Круто. Так, теперь нам нужно наверх. Да что ж такое-то? Да что, блин, происходит с тобой, чувак? О, еще еда. Ням. Так, 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 так. Коробочка у нас там осталась, а мы дальше поехали. О, стрелочка! Что? Ну, конечно же, водопад! Замечательно! Зато там еда прямо над водопадом у нас. У нас есть цель, нам нужно эту сушеную ролину схватить, красненькую. Ням! Интересно, от света зависит, сколько мы получаем... А хотя, наверное, нет, они просто цветастые. Здесь же в количестве дело, а не в качестве... Ай! Да что ж такое-то?
колбасит ее как, да блин! Иди сюда! Еда моя, еда. Давай скорее всплывай. Плод, опа! И все-таки полетел. Ай, да что ж такое-то. Плод без нас опять уплыл. О, я почти поймал. Но я бы приземлился на пузо, поэтому тоже не вариант. Да блин, что за дела? Да, я собрал. Да, я собрал. Окей, чекпоинт, крутяк. Плывем дальше. Ну это просто жесть, ребятки. Толстяк на плоту. Главное, чтобы плот не тонул под весом толстяка. Хотя мы уже столько плывем, он же не тонет у нас. Так, эта коробочка, скорее всего, нам нужна. Нужна. Давай. Оба. Зачем она нужна? Я не знаю. Сейчас посмотрим, что у нас будет дальше. И что? А. Хотя, непонятно. Вообще непонятно, что делать-то? Ну, допустим, коробку мы эту затолкали туда. О, она... Что-то я вообще не понимаю. Нафига нам-то облегченная коробка и вот эта коробка? То есть получается... А возможно эту коробку надо вытащить сюда, для того, чтобы запрыгнуть наверх. Тогда нафига нам та коробка? Что-то я не догоняю. Весело живем. Плот-то уплывает, я не успеваю все это сделать, чуваки. Ну, допустим, утолкали мы. А все, дальше-то оно все застряло. Оу. А может. О! Чекпоинт! Я же. Блин, как я так чекпоинт проплыл, он не сработал. А может мы поплывем так вообще? В принципе, он у нас не тонет. Нажмите рестарт для возврата. Не надо мне вашего возврата. Мы тут неплохо так плывем. Я надеюсь, не будет там больше водопадов. Жиробасина, смотри, поплыл куда-то. Куда плывем? А, фиг его знает. Куда-то плывем. Нас течение несет. Еще один чекпоинт проплыли. Алло, чекпоинты, вы что не работаете? Как нас быстро-то тащит куда-то. Мы в итоге же куда-то приплывем. О, еще водопад. Хлобысь! Еда! Но мы вообще не можем пошевелиться. Ни вперед, ни назад, ни подпрыгнуть, ни утонуть, короче. Наши жиры нам не дают. О, еще чекпоинт! Да блин, почему они не срабатывают, когда я плыву без плота? Где-то плот у нас, кстати, там задерживается немножко. Отстает. Ну чё, как далеко нам плыть-то? Сейчас посмотрим, кстати, докуда нам вообще плыть. Ну, уже, в принципе, учитывая то, что у нас мы с ускорением плывем, быстрее плота, мы его обогнали, нам еще проходить и проходить. Ёлки-палки, куда ж там все это ведет? Где этот дурацкий предводитель, или как его там? Где конец-то этой карты? Что-то вот уже долго ничего не встречается, никаких построек. О, нас понесло куда-то в море, походу. Мужик. Не, все, дальше не плывем, короче. Ух, ладно, мы зато посмотрели, сколько нам еще проходить. И это просто дофигища. Ладно. Так, осталось понять, что делать нам вот с этой коробкой странной. Так, ну ладно, для начала ее нужно затолкать на плот. Так, давай, опа. Все. Что же дальше-то? Может, ее надо закинуть наверх туда? Давай! Нет. Она же нам зачем-то нужна. Давай, коробочка. Может, она просто нам ради еды... Давай! Да что ж ты творишь-то? Давай, залазь, говорю. Смотри, она же почти залетела. Давай. А, не получилось. Подальше отплываем. Чтоб у нас было время на то, чтобы среагировать. Смотри, мы, оказывается, в такой позе можем застрять. Давай! Есть! Я ее закинул. Так, здесь ее нужно тоже закинуть. А плот-то плывет, алло, он сейчас уплывет. Давай, мужик, скорее. О, здесь три рула целых. Так, ну... Я хотел ее, конечно, подкинуть немножко, но что-то пошло не так, и мы выяснили, что там целых три ролла.
Блин, я не стрелку не туда нажал. Так, давай, 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 давай. Опа, и толкаем. Окей, окей, окей. А теперь быстрее встаем. Не падаем, не падаем. Да что, почему ты не можешь прыгать-то? Зацепляется, ребятки, пальцами. Своими пальцами. А-а-а. Управление, конечно, здесь просто пипец. То он прямо вверх прыгает. Оу, а я отсюда... Блин, а я смогу ли я отсюда вообще запрыгнуть-то? А я не смогу отсюда запрыгнуть. Весело. Весело, весело. Встретим Новый год. Нифига. Наверное, вот отсюда. Давай. Жиробасенка. Но мне кажется, плот уже окончательно уплыл. Так, погнали быстрее. Ты чё упал-то? Все. И плывем за плотом. Но мы бы его догнали, кстати, если бы мы плыли за плотом. Жалко, что мы забраться на него не можем из воды. Что делать-то? Ладно, плот наш уплыл без нас. Так, ребята, мне пришла тут такая мысль, что, возможно, вот эта коробка, которая легкая, она нам нужна для того, чтобы застопорить наш плот, а вторую тяжелую коробку мы потом вытащим и по ней запрыгнем наверх. А потом вот эту коробку мы оттуда уберем, и наш плот поплывет дальше, а у нас уже все готово для того, чтобы на него перелезть. Так, окей, сейчас давай попробуем. Вот у нас мы коробку в воду столкнули. Окей, все, погнали теперь проворачивать дальше свои делишки. Так, здесь у нас сушено, конечно, очень высоко, но я... Оу, а чё он так близко к краю стоит? Лови, толстяк! О, смотри, поймали ящик, он уже упасть хотел. И теперь нам нужно вот сюда пройти, да, окей. Так, сейчас мы его закинем наверх. И с него уже мы будем забираться. Оп, эх, не успел, слишком далеко стоял. Давай. Мы не успеваем повернуться. Оп. Давай. Все. Все, ребят. А сейчас мне... Да, подвинуть его придется. А давайте, наверное, сушим тогда и соберем, раз уж мы здесь оказались. Так, мы вряд ли, конечно, до нее допрыгнем. Опа. Ну! А как? А, что-то не догоняю. Ну ладно, фиг с тобой сушено, не буду я с тобой возиться, короче. Давай, поплыли дальше. А как мне эту коробку теперь отсюда убрать? Давайте, наверное, попробуем разбить. Там у нас три сушены, да? И мне их нужно как-то схавать, потому что столько еды, блин, в такой коробке. Ну, нельзя тут просто так оставлять. Так, может она на плот сейчас залезет? Давай, вроде как уже почти. Ну почти же. Давай отсюда. Залазь, говорю. Нет? Так, давай с другого края попробуем. Нет, ну как бы с другого края прям вообще, надо где-то вот в центре она у нас практически западала. А может сверху попробуем, а? Ну как бы, конечно, мы в воду упадем стопудово. Так, давай, давай, собираем, разворот. И я не успел. Блин, печалька. Я хочу все три сушны собрать, как же я без еды-то? Тут смотри, сколько еды, я проголодался. Давай, да я не успеваю, блин, елки-палки. Эх, неповоротливая наша туша. Ёлки-палки, столько еды у нас там пропадает. Ну ладно, фиг с ней. Вот наш плот. Что-то он где-то там задержался немножко. Чекпоинт, ура! Ура, чекпоинт. Музычка заиграла прикольная. Что-то у нас, видимо, где-то здесь конец уже скоро. Где-то рядом. Истина где-то... все нормуль. Так, можно было поверху, в принципе. Давай! Эх, я стормозил, короче. Давай. Вот отсюда уже начинаем. Начинаем свой приемчик. Оу, чуть не ускакали. Так, еда же. Я стараюсь, ребятки, суши все собирать, потому что я хочу новую тряпочку. Другого цвета. Синий мне уже надоел. Синий в полосочку. А! Ладно. Давай. Да что ты творишь-то? Давай, губи. Ну что ты развернулся, мужик? Блин, управление просто жесть. Да, мы успели это сделать. И еда! Есть! Заточили. Крутяк. Оп. Круто. Давай. Я опять не успеваю. Где ж конец-то уже этому всему? Надоело мне. Ну, опять я развернулся, да. Ну... Да что ты разворачиваешь-то, чувак?
Давай, давай, давай. Квартанцы свои с бубном есть. Разбили. Еда! Успел. Так, вот эти... Эти штуки мне не нравятся вообще нифига. Я сейчас буду перепрыгивать их целую вечность. Да, вот я цепляюсь за вторую. О, в принципе, да, мы на эту запрыгнули. Но это очень долго, я не успею, просто плод от меня уплывет. Если я вот таким макаром запрыгну на эту ближнюю, а потом с нее перепрыгну на дальнюю, это все просто пипец. Хана всему. Так, о, ну, да, мы с нее соскальзываем. Слишком быстро мы движемся, короче. И я не успеваю прыгнуть просто. Ладно, давай сейчас будем мучачиться здесь. Полгода, блин. Давай! Эх, сейчас не допрыгнул. Так, без разгона. Эх, без разгона. Зато с разгоном я могу перепрыгнуть сразу две. Да. Но при этом я не успеваю, у нас плод еще не доплыл до туда. О, 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 держись! Давай, давай, мужик, держись. Держись! Держись! Что такое-то? Он нагибается, как будто вон под ту, под которой у нас... Что ты будешь делать-то? Чё мне опять мучаться и прыгать? Блин, наверное, ребятки... О! Окей, мы задержались, мы тормознулись, мы стопорнулись! Но теперь мне... У меня не хватает просто времени для того, чтобы... О! Чтобы прыгнуть-то! Ну, вот я запрыгнул вроде как бы на нее, а дальше? А дальше-то? Что делать? Что делать, мужик? А сейчас он утонул. Так, 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 так! О! Все, давай, опа! Прыжок! Все, еще, 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 еще! О, что это за гимнастика такая? Опа! Нет, слишком рано. Блин, мы не успеваем за плотом. А, точнее, плот за нами не успевает. А, я слишком вот на краешке. Так, давай. Ну, о, как это я сделал, я не понял. Оп. А чё ты затормозил-то? Блин. А нафига он затормозил? Смотри, вот мы запрыгиваем, и он тормозит. Ты тормоз, блин. Зачем ты это делаешь-то, чувак? Вроде скорость у нас не такая гигантская, мы без разбега вроде. Оп. Давай, 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 успеем. На краешек. Давай, 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 держись, держись. Да что ж такое? Ух, ребятки, это жесть. Мне уже начинает надоедать. Где конец этого уровня, ёлы-палы? Опа. Что? Блин. Эх, поздно. Эть! Да, крутяк. Эть! Да что, опять поздно? Эть! Да-да-да-да! Ну что такое-то? Ты опять топориком каким-то нарутил. О, устояли, крутяк! Где конец этому всему? Мне надоело уже! Еще один водопад! А мы, кстати, это, когда просто по воде-то плыли, этот водопад-то видели. И от этого водопада еще нам пилить и пилить до конца. Ух, так, где там? Оп! Оп! Штормит немножко. Штормит. Стой, мужик, держись. О, мы даже сушу или не собрали. Отсюда вот не видно, вот эта дорожка нам загородила все, весь обзор. Так, держись, чувак, держись. Держись, держись. Ням-ням, ням-ням, ням-ням. Мы съели, съели одну сушеную ролину. Так, о, все. Поплыли дальше. Ням, ням. Эй! Мы же здесь и так-то должны проплыть, просто я... О, крутяк. Ну что, где конец? Чекпоинт еще один! Ах, ребятки! Кто играет в эту игру, тот не поймет. Меня начинает уже доставать. Говорят, там дальше еще сложнее будет. Так, коробочку мы скинули. Давай, погнали. А, еда! Еда, еда, еда! Что-то у нас-то мы просто прыгаем кверху. Вот я не знаю. Комбинация клавиш, если немножко совсем задержался, короче, и все.
Оу, давай, давай, мужик. Ну, почему ты вперед-то не идешь? Давай, вперед и прыжок. Вперед и прыжок. О, наконец-то. Ну, мы перепрыгнули. Конечно, не могу я запрыгнуть. Разгончика не хватает. Оп, да, все, держись. Ням, есть, наконец-то получилось. Так, что у нас тут? Коробочка. А, видимо, коробочку на коробочку надо, да? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Держись, держись. Нет, не получилось. О, все, Рамуль, давай, давай. Я понял. Да что такое? Вперед же жму! Вперед, давай, прыгай! Ну, зацепились пузом. Давай! Оба! Оба! Да! Да-да-да-да-да. И, наверное, так мы на верхней коробке и продолжаем плыть. Потому что у нас, смотри, какой высокий мостик. Эй! Ну! И еще. Эй! Что-то не запрыгивается. Вроде как бы этот выступ-то у нас... Оу! Видали? Без этой штуки... Оу! Ты что творишь? Толстяк-акробат. Видимо, без этого мы не сможем запрыгнуть. Но тогда я не успеваю после приземления запрыгнуть на сам этот мостик. Давай, прыгаем. Ну, нет, не успел. Блин. Получится? Наверное, надо с дальнего расстояния что-то делать. Так, давай отсюда. Опа, слишком далеко. Не получается. Оп, и запрыгиваем. Нет. Ну, вот здесь вроде... Нет, все, поздняк. Блин, что ж такое-то? Ладно, давай встаем в позу. Вот отсюда. Да! Но прыгнуть не получилось. Давай! О, наконец-то! А чё, это всё конец? Я знаю этот мост! Эта дорога ведет к монастырю, где хранится тот самый кристалл сна! Мы пришли! Да, мы пришли! Мы прошли! Мы пришли! Я на правильном пути! Поздравляю тебя, чувак! Мы доплыли! Мы это сделали! Ну что, 40 минут, ребятки! У, 26 роллов из 30 я собрал, да? Опупеть! Да! Новая тряпочка! Крутяк! Новая тряпочка, новые труселя для нашего толстяка. Фух, наконец-то. Ну что, ребят, на этом мы сегодня закончим. Мы добрались до какого-то монастыря, где хранится кристалл сна. Кое-как мы доплыли на нашем плоту. Главное, что больше нет тех ужасов, кошмаров, которые у нас были до этого. В темноте это была полная жесть. А здесь у нас же, смотри, красивенько, симпатичненько, прикольненько, здорово. И главное, светло. Никакой темноты. Ну вот и все, ребят, на сегодня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Ну а с вами был Мобик, до новых встреч, пока-пока.